Вот уже 10 лет работает объединение видеостудии «Свет» на станции юных техников. Работа эта ведется не только в учебное время, но и в каникулы. В июле 2023 года обучающихся видеостудии «Свет» уже в четвертый раз пригласили в Международную аэрокосмическую школу имени космонавта-испытателя СССР Урала Султанова в деревню Калиновка Давлекановского района. Ребята с видеостудии не только встречались с космонавтами-испытателями, полковниками в авиации, военными летчиками-испытателями, вертолетчиками, слушали интересные лекции с учителями-преподавателями, но и занимались видеосъемкой всех мероприятий МАКШ. А учебный год для трех обучающихся видеостудии «Свет» начался с того, что они поехали во Всероссийский детский центр «Орленок», так как они выиграли в 4-м Всероссийском заочном конкурсе подростковых медиаработ «Диалог поколений» в рамках Всероссийского открытого фестиваля форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Мы приняли участие в 3-м Всероссийском питчинге юных кинематографистов. В этом Всероссийском кинопроекте участвовали 42 медиа-студии со всей необъятной России. В дни фестиваля наши ребята также приняли участие в создании игровых фильмов «26 сентября», «Лира», «Ступенька уважения». Пока обучающиеся видеостудии «Свет» в рамках фестиваля принимали участие в создании фильмов, руководитель видеостудии «Свет» училась на курсах повышения квалификации по теме «Кинообразование и цифровые технологии в профессиональной деятельности педагога». С форума «Бумеранг» мы привезли дипломы и благодарности. Мой педагогический труд был оценен на торжественном мероприятии, посвященном Дню Республики Башкортостан в Советском районе Уфы, где меня наградили почетной грамотой от администрации Советского района. Следующий диплом к нам приехал из Минска от фестиваля «Киносвет», где мы победили в номинации «Социальный ролик. Куда мы покатим мир». Затем обучающаяся видеостудия «Свет» Янмурзина Далила приняла участие в международном конкурсном отборе 9-го медиафорума «Артек», и где получила диплом 3-й степени. За время учебного года 2023-2024 года мы сняли следующие фильмы. Это музыкальный клип «Над осеннюю фою» на песню Сергея Круля. Репортаж о посещении станции юных техников коррекционной школы-интерната номер 28. Сняли документальный фильм «Уфимские дети во время Великой Отечественной войны». Сделали репортажи о новогодних утренниках станции юных техников. В рамках всероссийской акции МВД «Студенческий десант» наша студия сняла несколько фильмов. Репортаж об участковых полицейских Министерства внутренних дел и экскурсии к криминалистам. За участие в этой акции обучающиеся видеостудии «Свет» получили дипломы от Министерства внутренних дел. Во время зимних каникул обучающиеся видеостудии «Свет» съездили на Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи 34», город Казань. На фестивале «Волжские встречи» мы стали победителями в номинации «Дом, где я живу». В феврале мы стали участниками мероприятия «День открытых дверей» в Уфимском университете науки и технологий. И в рамках этого мероприятия мы сняли фильм о музее авиационных двигателей. В конце февраля мы съездили на фестиваль «Зимовка», который организовало башкортостанское отделение Лиги юных журналистов. Параллельно мы снимали фильмы «Военный путь моего прадеда»,
поиск героев. Снимали репортажи о мероприятиях станции юных техников. А ну-ка, мальчики! Праздничные мероприятия для девчонок озорных, милых, добрых, дорогих. Открытый городской чемпионат города Уфы по автомодельному спорту. За фильмы «Уфимские дети во время Великой Отечественной войны» и «Военный путь моего прадеда» мы получили диплом второй степени на международном заочном конкурсе подростковых медиаработ без срока давности «Непокоренные». С фильмом «Поиск героев» мы получили диплом первой степени в конкурсе журналистских материалов на участие в международном детском медиа-саммите. А еще мы поучаствовали заочно в 14-м Всероссийском открытом фестивале детского кино и телевидения «Веселый Ларго» и заработали дипломы второй степени за фильм «Носков Владимир Витальевич, педагог и наставник», диплом второй степени за работу «Фотовыставка» и за работу «Сергей Круль. Я люблю Уфу». На 8-м открытом городском детско-юношеском медиафестивале «Молодо не зелено» наша студия взяла второе место в номинации «Музыкальная зарисовка. Клип». С 12 апреля в Национальном музее Республики Башкортостан проходила фотовыставка Международной аэрокосмической школы 2023. Большая часть фотографий этой выставки была сделана руководителем видеостудии «Свет» Позолотиной Верой Владимировной. Обучающиеся видеостудии «Свет» делают репортажи о мероприятиях республиканского уровня. Совсем недавно мы сделали репортаж о выставке и церемонии награждения участников республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», где взяли интервью у министра образования Республики Башкортостан. Приглашаем ребят от 11 до 16 лет в объединение видеостудии «Свет». Здесь вам будет интересно, и вы познакомитесь с работой режиссера, сценариста, актера, ведущего, журналиста, оператора, монтажера. Ждем на наших занятиях.